Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, в принципе, ребята, я думаю, что можно уже сразу же объявить участников, да? Ну, как участников? Те, кто угадали покемона, да, можно уже их объявить сейчас. Как раз они у меня уже там есть. Ну, в принципе, давайте же сразу их объявим. Итак, вот они у нас есть. Я их уже вот сюда поскладывал, да, вот они уже вот тут стоят. И, в принципе, ребята, в конце серии мы объявим, да, кто же, в принципе, выиграет, да, кто угадает, можно и так сказать. Так, это у нас тут кто? Диглет нам пока что не нужен. Давайте сначала вот это все в сундуки поскладываем, что у нас тут можно поскладывать. И давайте посчитаем уровней, сколько нам еще уровней нужно прокачать. 7 покемонов, да, чтобы у нас уже команда была вся 60 уровня. Так, тут у нас, в принципе, уже больше ничего, да. Так, Венозавру 4 уровня, Фирову 9 уровней. То есть 13 уровней нам нужно. Плюс к тому 11 уровней, то есть 24 уровня нам нужно прокачать. А у нас 15 Rare Candy. 24 уровня и 15 Rare Candy. Ну, в принципе, нам еще или 9 Rare Candy нужно. Или 9 Rare Candy, или прокачать еще, в общем, всем покемонам 10 уровней, да? То есть, если нам нужно 9 Rare Candy, нам нужно лететь опять за Снорлоксами, да? Они сейчас у нас тут будут, да? Так. Ой. Так. Что я хотел? Так, у нас они... Да, они у нас тут будут. Ну давайте же сразу снова. Вот. Так, и полетели мы за ними, ребята. Еще нам 5 вот этих осталось. 5 яблок или же 9 уровней. То есть 4 яблока у нас уже есть. Или прокачать, в общем, 9 уровней наших покемонов. Или еще 5 яблок. Так, там у нас кто был? Magikarp? Ну что, давай, Magikarp. Где ты там? Вот ты там, отлично. Так. Нет, уровень не прокачался. Ну ладно, полетели мы дальше. За то, что там мы с него выбили, да? Какие-то там, в принципе, да, вещи есть. Это вот сюда. И полетели мы дальше, ребята. Или боссы... Или Снорлаксы. Сейчас мы будем их искать. Боссы, чтобы прокачать. Снорлаксы, чтобы яблочки выбить. Так, ну что, где вы? Есть кто-то, нет? Снорлаксов что-то я вообще не вижу. Вот там Манчлакс, но я не знаю, падает ли с них или нет. Ну, яблоки, в смысле. А это фиг его знает. Давайте-ка мы пока что просто Снорлаксов поищем. Если не будет, то фиг его знает, ребята, будет ли они или нет. Так, ну что? Тут уже, в принципе, заканчивается вот это. О, там у нас кто? Клинк. Он вроде в земле, поэтому не будем мы туда идти. Он вроде в земле или нет? Давайте сейчас посмотрим. Если нет, то, в принципе, нормально. Не, ну он в земле, поэтому не будем мы туда идти. Рыться в землю. Давайте-ка мы поищем еще вот так. Если нет, то идем домой поспим. И, в принципе, дальше пойдем охотиться.
Нам еще немного уровней осталось, чтобы уже сразу брать следующую команду, да и все. Так, ну тут уже нет. О, тут у нас кто? Джиудут. Ну я не знаю, в земле ли. Нет, не в земле. Поэтому можно его убить. Вот тобой я не знаю, сможем ли мы убить. Сможем. Отлично. Так, уровень кому-то мы прокачали. Да, то есть уже не 8, уже не 9, а 8 осталось уровней, ребята. То есть один уровень мы прокачали. Уже нормально. Так, тут... О, Снорлакс. Отлично. Снорлакс, Снорлакс, Снорлакс и какой-то босс. Фиг его знает, кто это. Он, походу, в земле, да? Да, он в земле. Но вот за ним, я думаю, можно пойти. Или нет? Я его вроде же слышал. Или мне показалось? Ну, я его слышал. А, вот он. Он как-то там затаился, даже хрен его толком увидишь. Вот так. Отлично. Ну, алмазики с него не выпали. С него вроде алмазы падают. Ну, ладно. Так, еще один Снорлакс. Так, ну, в принципе, давайте полетим дальше. В какую сторону? В какую сторону? Вот туда давайте полетим. Саблеи тогда только ночью вроде спанятся, да? Как я понял, днем они толком и не спанятся. Потому что я вроде их ночью только находил. О, так, сейчас, сначала давайте-ка мы... О, Манчлакс, как раз проверим, падает ли с него яблочки. Что вряд ли кажется. Фиг его знает, сейчас мы посмотрим. Во. Ух, ни хрена себе. Так, ладно, давай. А, нет, 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 давай. Давай ты. И еще раз. Нет, еще раз. Отлично. Так, ну ладно, ничего с него не выпало. Летим мы дальше. Так, сейчас, в какую сторону? Вот туда давайте полетим. Как раз, ребята, хотел я спросить. В принципе. Есть такая идейка. Это сделать как бы группу, да, для голосовой связи там. Ну, я не знаю, какая там есть самая лучшая, как и какая, как называется, да. Но суть в том, чтобы сделать ее, да. И, например, вы там, ну сидите, да, например, кто там имеет желание, будет не сидеть там разговаривать. Будет там, например, сейчас давайте сначала посмотрим. Magikarp, да. Magikarp. И, о, например, да. Вы там будете сидеть. И, например, там иногда захочется поиграть с кем-то. И то есть, вот туда можно как бы будет зайти, да, и сказать: о, ребята, там, кто имеет желание пойти там, ну, я не знаю, ну, тот, на тот же сервер поиграть, да. Или кто имеет там желание пойти, я не знаю, в какую-то игру другую поиграть, там, CS, или Battlefield, или еще другие игры, например, там, та же GTA потом выйдет, да, если у кого-то там комп потянет, то, например, может там в GTA может поиграть, или что-то такое, то есть, так, она в земле, что ли? Ладно, в землю мы не будем рыться. То есть вот так, ребята, посидеть и, например, поиграть. Также, если смотреть с другой стороны, то и турниры намного легче будут проходить. То есть участники турнира будут собираться в одной группе, никто не будет говорить и только слушать. То есть уже не нужно будет писать чат, уже не нужно будет повторять, не знаю, по сколько раз, так как когда в чат пишешь, не только ты пишешь, а еще там все люди пишут, да, и кто-то может не увидеть, что потом ему опять нужно сказать, потом ему опять нужно сказать, потом еще раз повторить и все такое. То есть иногда кто-то не видит, да, потому что все люди, ну, как бы пишут одновременно. Ну, одновременно нет, но то, что... Так, гасли. Ну, как бы люди не успевают, да, прочитать сообщение, можно и так сказать. Он что, в земле, что ли? Что-то я его тут не вижу. Хрен его знает. Кто это? Гасли там был. Ладно. Поэтому, ребята, в принципе, я думаю, нормально будет. В те же мини-игры, да? Например, у кого там есть лицензия, будет там отдельные группы, можно и так сказать. Те же мини-игры. Например, там заходишь и говоришь ребятам, там, ребята, кто имеет желание сейчас там пойти в мини-игры какие-то поиграть, да?
Может, там кто-то скажет, вот, я, или там он, еще там кто-то, да? И например, заходишь туда и говоришь там, вот, такой сервер, заходите туда в такую-то мини-игру. Люди туда зашли и, в принципе, вот, отлично, нормально, играем, да? Потом говоришь, что, например, да чё ты... О, отлично. Например, потом говоришь, да? Да чё ты прикалываешься-то? Например, потом говоришь, да? О, давайте на тот сервер, давайте туда, давайте в ту мини-игру и все такое. В принципе, вот так, чтобы было, да? Чтобы можно было зайти, можно было совместно поиграть и все такое. Я не знаю, ребята, в принципе, если вам нравится эта идейка, если вообще хотите, чтобы так было, да, то, в принципе, можно так сделать, да? Но это так, идея, чтобы, можно сказать, можно было в мини-игры поиграть. Поэтому, в принципе, мне кажется, так будет прикольно. Фиг его знает, можно потом посмотреть, ребята. Еще я что-то хотел сказать о чем-то. Ну, в принципе, от тех же мини-играх, да, мини-играх, чтобы поиграть иногда в них. А, в принципе, еще что-то хотел. Еще что-то хотел, но уже не помню. Вроде, как бы, ну, не скажу, что это новая рубрика. То есть, вы присылаете там свои карты, вы присылаете там свои, например, те же постройки, да, и потом, или мы смотрим на постройки, какие вы там построили, да, и смотрим там, что и как. Или же, например, вы карты там присылаете, да, и мы смотрим на карту, как бы проходим ее, да, кто там присылает, то... Потом мы ее проходим, там смотрим, что за карта, прикольная, не прикольная, и в принципе вот так. Вы строите свои шани, вы как бы делаете свои карты, да, мы потом их будем проходить. Но то, что я подумал, с другой стороны, будут. Ни хрена себе с него выпало. Пикачу. Нет, ребята. Я понимаю, что это Пикачу, но Пикачу шани у нас уже есть. А убивать его не хочется, также его и не хочет. Ни хрена себе, сколько Снорлаксов заспавнилось. Также его и убивать не хочется, и не хочется еще что-то с ним делать. Поэтому. Фиг его знает. Так, отлично. 33 яблока. Нифига себе. Еще и уровень кому-то прокачали. Винозавру еще уровень прокачали. Охренеть. Так. А вот этот пропал, зараза. О, зато там еще один заспавнился. Сколько у нас? 12 яблочек. Ни хрена себе. Но то, что я говорю, ребята, что вот с этими постройками и картами, я не знаю. Просто будут такие люди, которые не будут как бы сами строить, да, а просто-напросто будут скачивать карты, может там что-то изменять и просто выдавать их за свои и там выкладывать, да, на прохождение. Так же и дома, да, не все будут строить свои дома, можно сказать, тоже будут где-то их скачивать, может там что-то перерабатывать и все такое. Поэтому, в принципе... Я не знаю, ребята. А, вот это, я говорю, вот это нужно подумать, нормально ли это или нет. Также еще что-то было, что я хотел сказать. По поводу еще одного сервера, как бы я хотел открыть один сервер. Нет, ребята, не сервер Pixelmon, а обычный сервер, то есть ванильный. То есть в том же самом Майнкрафте, да, официальный. То есть ввели давно такую, ну как давно? Ну, не совсем давно ввели такую функцию, да, где можно свой открыть собственный сервер, да, как бы сам лицензионный в самом Майнкрафте, да, я не знаю, как он там называется, уже забыл, но, в принципе, можно вот так сделать. И я не знаю, прикольно ли это или нет, то есть будет обычный ванильный сервер, но как бы все туда не смогут попасть, потому что там ограниченное количество игроков на сервер, вроде или 10, или 20. И как бы, чтобы туда попасть, нужно, ну, в принципе, обычно нужна лицензия, да? И поэтому, если делать, то делать или платный сервер, или что такое, потому что просто хочется поиграть иногда и в ванильный, и там, в принципе, и новые версии-то выходят, можно сказать, как бы, ну, в тот же день, да, выходит новая версия там Майнкрафта, и в тот же день выходит и ставить ее на сервер, да, ничего там перерабатывать нужно, ничего там еще делать не нужно. Ну как бы там тоже свое такое, ребята, это тоже нужно будет потом посмотреть, кто будет за, кто будет против, кто хочет, чтобы мы вообще так сделали, кто нет. Поэтому нужно будет, ребята, тоже смотреть. Так, что тут еще выпало? Нифига больше.
О, вот это я не видел. Поэтому, ребята, или потом какие-то голосования устроим, кто будет за, кто будет против, кто, в принципе, хочет, чтобы мы такое сделали, кто не хочет, чтобы мы такое сделали. Это потом, ребята, мы тоже, наверное, все-таки посмотрим или сделаем голосование или еще что-то такое. Ну что, говорю, есть пару идей с той же голосовой группой, да, чтобы, говорю, просто в любое время, да, кто там хочет играть, например, о, ребята, кто имеет желание, да, там, заходим на такой-то сервер, сейчас я буду там играть, в принципе, кто хочет, заходите и будьте там, да, на том сервере. Можно еще такое сделать, я говорю, то, что с картами, то, что с домами, в принципе, я не знаю, хорошая ли эта идея или нет. Говорю еще раз, типа, вы присылаете свои карты, вы присылаете свои постройки, дома, да, мы потом их смотрим на ваши постройки. А если вы присылаете там карты, да, то мы как бы смотрим, проходим, да, карты. Но я говорю, ребята, то, что не все будут строить именно, можно сказать, свои карты. Ну, в принципе, будут такие, которые просто-напросто будут их скачивать и отсылать, да. Это фиг знает. Тоже нужно посмотреть, подумать, как это все. Потому что не все люди имеют то же время, да, сидеть и там строить какую-то большую карту или еще что-то такое. Ну, чё... О, попал. Офигеть. Так. 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 И вот так. Таймер. Так, что бы выкинуть? Чтобы выкинуть, что мы не сможем продать потом в магазине. Фиг его знает, ребята, чтобы выкинуть. Давайте вот так. О, Покет-центр. Точно, Покет-центр. Так, если это Покет-центр, то тут должно быть. Ай, нет, 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 нет. Так, тут. А чё, тут нету глоустона. Ладно. Тогда мы тут ничего не будем делать, а уходим отсюда. Так, в принципе, тут. Давайте идемте домой, ребята. Ой. Домой. И сейчас еще раз посчитаем, сколько нам уровней осталось. Так, тут у нас кто? О, тебя тоже можно убить. Сколько там уровней еще осталось, чтобы прокачать всех? Ну, 10, ровно 20 уровней осталось. То есть, в принципе, можно сказать, нормально мы так всех прокачали. Диглет нет. 4 уровня, можно сказать, мы всем прокачали. Что-то такое. 20 раркинди осталось. Ну, как бы 20 уровней осталось, да, которые мы можем прокачать. Если вот сейчас еще кому-то уровень дастся, например. Фиг его знает. Может кому-то и. Нет. Так, опять что-то бы выкинуть. Опять бы что-то выкинуть. Так, ладно. Ладно, вот так. Ну что, давайте. Нет, там еще что-то было. Чё бы выкинуть, ребята? Чё бы выкинуть? Давайте вот так. Идемте опять домой. И сначала вот это все поскладываем в сундуки. А то там уже куча всего. Так, тут у нас шапки, да? Это. Еще что? Это. И тут у нас. Идет, в принципе, вот это все, да. Вот так. Отлично. В принципе, я говорю, ребята, можно уже начинать делать тот же магазин. Так, что там у нас? Сейчас посмотрим, что там у нас с едой. В принципе, у нас еще 40 морковки, да, это нормально, но все же. Вы что, в бою или что? Что вы там делаете? Так. Опять в этом грядке топчете, заразы. Иди-ка ты сюда. У меня там, ну, хотя бы вот, есть вот это. Так, это можно собрать, это можно собрать, это можно собрать.
Так, тут больше ничего. Спавнятся они тут или заходят как-то, фиг его знает. Так, это мы сейчас посадим. Вот так. Выходим. Так, где сундучок? Сундучок тоже вот сюда. Отлично, тут у нас что-то. Так, так, так. Так и так. 57, нормально, нормально, так. Еды, в принципе, хватает. Пока что. Вот так. Отлично, можно выходить отсюда. Фух, ну что, ребята, давайте выберем победителя, да? Кто выиграет? Так, ну что, давайте. У нас уже тут 4 есть, да, вот. Кто кого угадал. Так, сейчас, в принципе, давайте-ка мы, чтобы выкинуть, чтобы выкинуть. Чтобы выкинуть. Вот так. Плывет оно туда, по идее, должно плыть. Что-то оно как-то или плывет, или застряло там, или не плывет, фиг его знает. Если нет, то выкинем что-то другое. Ну чё? О, отлично, вот. Вот. Ну что, давайте поднимаем. Кто у нас? Жека Грамнит. Я не знаю, правильно ли я написал, но вроде правильно. Так, давайте-ка мы сюда сразу же напишем. Так. Кого он угадал? А. Так. Вроде вот так, да? А, да ты чё? Вот этот мод или что это, что автоматически меняется? Ну, в принципе, ладно. Так, вроде правильно. Ну вот, ребята, у нас уже 5 людей есть, которые угадывали покемонов, и которые их угадали, да, и победили, можно и так сказать. Так, это уже можно, в принципе, сюда выкидывать. Так. И, в принципе, ребята, я так думаю, на этом уже можно закончить эту серию. В принципе, да. Так, ну все, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.